Всем доброе утро. Специально для вас снимаю. Завтрак турецкий, вы знаете, что это нечто особенное. Только мы могли для стандартного завтрака проснуться в 7 утра, чтобы позавтракать с таким видом красивым на Босфор. Но это еще не все, потому что здание это тоже особенное. Смотрите, какая красота. Наш сегодняшний завтрак проходит в историческом месте. Это музей. Все оригинальное. Все, что условно вы видели в Дома Бахче, к примеру. Все то же самое. Все отреставрированное. Историческое. Но все это можно потрогать. Вон я, привет. Оригинальные картины. Оригинальная мебель. Это парк Йылдыз. Это дом. Историческое место. Это был частный дом. Ну, я назову этот замок. Боже, какая фреска красивая. Это открытое публичное место. И на самом деле теперь этот дом — это ресторан. Боже, какая красота. Для меня, для любителя истории, это просто в топчике 5 лучших мест в Стамбуле. Для меня это... Боже, прикоснуться к этому, погулять. Это Султан Мехмед, это султан. Сейчас еще покажу, вот здесь еще один. Боже, какая красота, история. Люстра, конечно. Смотрите, она там тряпочка какой-то, эти провода ее обвиты. Так, она, да, электрическая уже. Но раньше здесь... А, нет, это теплофон. Ну, этому зданию лет 200-300. Я посмотрю потом в гугле, вам подпишу, наверное, или сами поищите. Когда-то, как я об этом узнала, муж сделал мне такой сюрприз, зная, что я люблю историю, нашел это место. Это парк Йылдыз. Много здесь туристов. Это Бешикташ район. Всем очень легко можно прийти, найти все это. Про завтраки. Смотри, какая парча плотная и грязная, конечно. Все это не стирается, потому что это все имеет историческую ценность. Что хотя... А вот вход еще официально в ресторан есть, но мы с другой стороны зашли. Завтраки, ну, оно всегда работает, этот ресторан. Это Бельдье государственный. Я вам меню потом покажу. Вот это все оригинальная мебель. Какая красота. А в субботу к 9 утра приходите, они в 9 открываются вообще. Ну, очень много людей здесь, нереально, конечно. Смотрите, какой старый стол. Стул, боже, я кайфую от истории. А вечером, когда это работает просто как ресторан, здесь прием гостей происходит. Вот он, вход. Он сейчас закрыт. До элементарного, даже ручки такие на дверях приятные. Смотрите, у кого-то тут просто в доме. Представляем, что это просто дом. Бас, этот фонтан. Богато жить не запретишь, правильно? Да, денежки кидают, тут смотрю. Типа вернуться и... Господи, еще один. И еще сейчас покажу. Это как фонтан, или как это обозвать? Ну, типа, да. Там кухня у нас, нам завтраки готовят. Мне нравится, в Турции никто никогда не против, кого снимают. Кухня. Не буду их смущать. Вот за этим шумит. Там у нас склад тарелки, короче. Вот еще, пожалуйста, зал, где можно посидеть. Тоже присесть, покушать. Это все посадочные места. Здесь очень прикольно вечером атмосфера, конечно. Смотрите, даже здесь исторические какие-то... Угу. Ну, такие исторические... Так, а, нет, это не ценник. Баркод это. И они на каждом есть предмете. Их охраняют, скажем так. Здесь тоже какой шикарный потолок. А здесь носик оторванный в этой поилке, в лейке. Лейки нет. Хотите прикол? Я вам покажу женский туалет за это.
чуть-чуть ему досвет, типа покормить ребенка. Туалет на первом этаже. Осталась оригинальная раковина. Зеркало. Вот такое себе. Старенькое, грязненькое. Тут народу просто пипец. Вы не представляете, как много людей здесь приходит. Мы специально приехали пораньше, чтобы вам поснимать спокойно. И сейчас вид покажу. Господи, реально гуляешь, ощущаешь, что мой дом. Так, здесь уже ресторан. Ну, вид типа клевый, но на самом деле он не очень. Там вон, видите, море чуть-чуть совсем видно, не особо. Сейчас я вам покажу немножко само здание снаружи. А там такие, знаешь, вон там с вот этого окна я вам начала видео снимать. Сейчас я пойду покажу вам. Люди уже начинают приходить. Здесь просто парк. Усадьба. Вот вспомнила слово по-русски. Замком не назовешь. Усадьба это называется. Смотрите, какое все старенькое. Облезлое, правда, уже не реставрированное. Сейчас покажу вам здание. Мы вообще парк этот очень любим. Кстати, часто в нем гуляем. Смотрите, балкон. Блин, было бы это все отреставрировано, было бы просто шикарно. Но нет. Вот на первом этаже вот оно отреставрировано, покрашено свежее. А вот так оно было стареньким. Почему-то там не дошли до этого. Там люди спортом занимаются, бегают. Красота. С парковкой тут тоже как бы проблема, надо пораньше приезжать, чтобы успеть встать. Вот он вход, тут официальный, вечерний, назовем так, не для завтрака. Он сейчас закрыт еще. Красотища. Вороны, вороны, как всегда. Так, что у нас по завтраку тут, что нам принесли? Картошка. Как всегда, это моя кофе. Киса пришла, пошлите уже еду у тебя. Такой картошка. Завтрак с кормить. И вот картошка. Ага. Давай, да, все, картошка. Мы поняли, что ты любишь картошку. И еще скажи, у меня еще здесь есть картошка. Чай. Но я такой не пью, он слишком, короче, сильный. Заварной сильно. Мама, я перепутала. Грибы. Мама, я перепутала. Банан видео. Мам. Подожди, я видео снимаю дальше. А, ты картошка, да? Мам, я перепутала ножик с вилкой. Окей, поняла. Бабак. Этот завтрак, кстати, по меню, про деньги, про цены. Этот завтрак 250 лир стоит. Ну, такое себе. Что здесь? Я такое просто не очень люблю. И люблю, когда больше овощей. Сыра тут кот наплакал. Ну, то есть именно выбор маленький. Ну, ничего, покушать на двоих можно. Птичьи разборки тут уже налетели. Хлеб они не едят. Они ждут суджук, колбасу. Да не ест, не ест. Потом еще они, знаете, что едят? Хлеб в яйцо, когда помочили. И что еще они у нас ели? Короче, такое, сыры. Хлеб просто так они не едят. Буреки всякие любят. Капец вообще. Разогнали воронов, эти налетели альбатросы. Вот здесь наверху находится, типа, мини этот замок, да? А вот еще кафе есть в виде шатра. Маленькое, видите? И тут уже поприличнее. То есть, ну, новое, модерное такое заведение. Я бы вам еще рекомендовала сюда прийти. Лучше позавтракать тоже, видите? Тут никого нет. Там вообще мало людей. Там очень чисто, новая мебель. Вон какой-то... Что там люди едят? Клип там какой-то, завтраки. Ну, типа кафе, короче говоря. Но так как это не очень популярно. Вот тут наверху этот замок. Тут в парке просто можно сидеть, пикники типа делать. Вот люди приходят, сами себе делают завтраки. Я вообще обожаю парки, тусоваться в них, проводить время. Здесь вода шумит.
Не видно ничего. А вон там небольшая заводь есть. А еще прикол, здесь есть мостик подвесной. Вон, видите? Он в кустах проходит. По нему можно ходить. Я сейчас попробую. Что попробуй? По мосту навесному пойдешь со мной или боишься? Если ты хочешь. Пойдем, давай. На канатном мосту смотрите, какое интересное дерево. Лысое. Вы наблюдаете то, что наблюдал султана сотни лет. Подвесной мостик. Все боятся и орут. Это уже люди ждут очереди своей, чтобы занять столик. Туристы, иностранцы тут есть. В общем, спасибо за совместно проведенное утро. Всем хорошего дня. Yardımcı kapalı yerde okuyun. Şöyle sağ tarafa.